Друзья, гости канала, подписчики, всем привет! Приехали мы в лес сегодня. Первый выезд по грибы. Сегодня ездил в район, смотрю, как бы стали продавать лисички. Вот сегодня приехали с Дмитрием, с Юлей. Посмотреть грибочки. Целый, говорится, сезон ждали, пока они начнут. Так что вот первый раз приехали. В лесу отлично. Тихо, все спокойно. Комаров полно. Пользуемся дегтем. Он не кусает пока. Грибов пока нет. Но мы только зашли. Все, говорится, по проверенным местам ходим, где раньше ходили. Ну, сейчас попадутся, покажу вам первые грибочки в этом году. Ну, в любом случае, уже одна есть. Тут хорошо, ходить хорошо. Трава невысокая, видно, отлично. Ладно. В лесу красота. Приехали на новое место, там грибов не нашли. Рановато. Переехали, говорится, съездили домой. Приделись маленько, комаров много. Едят. Первые грибочки в этом году. Сейчас покажу. Вот еще нашел. Мелкие еще, но рановато еще. Ну, раз приехали, сейчас маленько пособираем хоть на салатик. Так что отлично. Грибочки уже начинаются. Немножко, но есть. Потому что тут тоже место популярное. Кто успел, говорится, тот и съел. А сегодня, как вот говорю, уже ездили в район с бабулей в пенсионный. Обратно еду. На дороге уже торгуют грибами. Первый, говорится, признак или повод поехать в лес. Коммерсанты ездят первыми. Хорошо по ним ориентироваться. Так, где-то тут я еще нашел. Сейчас покажу. Побольше грибочки. Вот они. Ну, начало есть. Покрупнее такие попались. А, их просто несколько. Вот такие вот. Небольшие, правда, еще. Но уже есть. Уже хорошо. Давно уже по грибы не ездили, уже истосковались. Грибы любим собирать, но сегодня прям жестко. Комаров много, едят. Ну и то отлично, в прошлом году мы два раза ездили впустую, грибов не было. Сейчас хорошо, хоть чуть-чуть, но насобираем. Повторюсь, конечно, комары одолели. Едят нас нещадно. Так. Ну да. Как и в прошлом году, камеру включаешь, и грибы попадаются. Миленькие еще, вот они. Вот, хорошо видно. Сразу пачечкой. Шибко не перебираю дома, все равно перебирать, что здесь... Насекомых много, заедят. Сегодня еще погода пасмурная. Ну, хорошо, конечно, не жарко. Но комаров просто немерено. Так, ладно. Побродим маленько. Ну вот, друзья, первый сбор грибочков. От Юли с Димой набрали. Я. Ну все. Комаров покормили знатно. Вот они, красавцы. Кусаются. Фокус не хочет ловиться. Заели уже комары. Все, едем домой. Ну все, видео коротенькое. Всем отличного настроения. Хороших сборов грибов. Всем пока.